Белый верх, черный низ, в руках воздушные шары и обязательный атрибут праздника знаний – цветы. Линейка в 10-й гимназии стартует с минуты на минуту. Для всей семьи Зиминых этот день особенный, а для самой младшей – Даши – и вовсе начинается новый этап в жизни. Мы сегодня идем в первый класс, мы очень рады. Наша первоклашка очень волнуется, для нее это такое торжественное событие. Мы благодарны всей школе, гимназии, что мы попали в эту школу. У нас девочка еще одна учится здесь. И для нас, как и для всех родителей, это очень волнительно. В гимназии номер 10 в нынешнем году получать знания будут 1100 учащихся, среди них 95 первоклашек. Чтобы малыши быстрее познакомились с одноклассниками и нашли новых друзей, им вручили именные бейджи. С этого момента девчонкам и мальчишкам предстоит долгий и очень интересный путь. Наши гимназисты – активные участники олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований. То есть отсюда можно сделать вывод, что любое начинание, любой поиск для наших детей является реальностью и реализацией на деле. В Гродненской городской гимназии тоже праздник. Образовательное учреждение принимает в семью 101 первоклассника. Всего учащихся 1145, и каждый из них в учебном году ставит перед собой новые задачи и высокие цели. Я уже соскучился и по одноклассникам, уже хочется и учиться, и как-то уже нужно готовиться к экзаменам начинать, 10 класс. На линейке здесь и гости с почетной миссией. Чтобы усовершенствовать материально-техническую базу образовательного учреждения, от Минобороны страны гимназии передали разборные оригиналы макетов автоматов АК-74. Также музей пополнит макеты вооружения прошлых лет. Только на высоких идеалах, только на хороших действительно примерах можно воспитать достойных будущих защитников Родины, настоящих граждан нашей страны. Потому что я помню прекрасно свою первую линейку. Это было в городе Бресте. Было так же весело, красиво, нарядно и здорово. Всего этой осенью в областном центре впервые сядут за парты 5000 ребят. С важным этапом в их жизни первоклашек поздравил глава Гродно Андрей Хмель. Он подчеркнул, школы готовы к новому учебному году, как и вся система образования. Теперь дело за взрослыми. Нужно помочь детям раскрыться и развить свой потенциал. Огромная работа предстоит, потому что самая главная задача сегодня в нашем городе с нашими детками. У нас сегодня без малого 50 тысяч детей сели за парты. Дать им должное образование, ну и, конечно, воспитание. Самое главное, чтобы из стен школ с помощью педагогов, конечно же, родителей, выходили хорошие люди. После торжественной линейки учащиеся разошлись по классам. И первый урок, который открыл череду занятий, посвятили самой важной для всех поколений теме. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь. Елена Бережная, Василий Мальцев, Яна Мельниченко, Елизавета Демчук. Новости Гродно+.